Добрый день! Канал «Давай поговорим». Сегодня я отправляюсь в свою пешую прогулку и приглашаю вас со мной, друзья. Сейчас по пути мы видим с вами спелый шиповник, из которого можно заваривать чай. Листочки, конечно, немножко пожелтели, но не так все еще трагично. А здесь перед нами сейчас клевер. Он все еще зеленый, цветет. Пчелки еще прыгают по цветочкам и собирают нектар. Все выглядит еще не так плачевно. А тут идет красавица пони. И она откушивает еще свежую, сочную, зеленую травку и смотрит на меня, как я ее снимаю. Но она не в одиночестве. У нее есть компания. Такая милая лошадка, трудяжечка. Осень – это самое загадочное время года. Оно подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее дуновение ветра и легкая прохлада окутывают землю еще с конца августа. А с первым сентябрьским днем все становится по-настоящему таинственным. Это время года словно художник раскрашивает природу в яркие цвета. Но есть у него и другая, менее красочная сторона, когда начинается сезон дождей. Многие считают это временем грусти и размышлений. Но этим период и прекрасен, ведь он дает нам возможность наслаждаться жизнью и в то же время погружает в самих себя. Не осень в нашей грусти виновата, а лишь в душе отсутствие весны –